Всем привет! Всем, кто любит рисунок, всем, кто интересуется портретами и заглядывает на мой канал. Представляю новую работу графическую. «Взгляд» называется. Это работа карандаш, бумага, ластик. Вхожу в графику поглубже. Смотрите, как все интересно, вкусно звучит. Вот такие эффекты. В графике очень вкусная. Такая креативная девушка. Образ такой у нее. Смелый и взгляд. Живой такой вот острый взгляд из-под очков. Вот такой фрагмент. И ракурс интересный, и фрагмент такой вот, как бы, портрета. Ну вот, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. На этом пока. С вами была художница Лариса Изюм.